всем нам известные курорты сегодня в Турции, в Арабских Эмиратах и в других, в сферу туризма вложили инвесторы. Страны сами, хотя богатые страны, они в меньшей степени финансами участвовали. Турцию подняли Англия, Германия и другие инвестиционные деньги. Вот то, что мы, казалось бы, должны видеть. Поэтому, наверное, общество наше тоже как бы... Мы впервые сталкиваемся с этой ситуацией. Наверное, многие не понимают, но на то и диалог должен происходить, чтобы люди это все понимали. Вот. И еще бы один момент бы я отметил. У нас регионы на самом деле разные и районы. Возможность в этом законе предусмотреть для восточной части Абхазии другое налогообложение под этим законом. Почему? Потому что, допустим, Гагра Хапарт-отель будет работать и круглосуточно. В Ачимчире или в Гале, в прибрежной зоне, она может похуже работать, но из-за отсутствия инфраструктуры, там, населения. Человек, который туда приезжает, он должен куда-то выйти, отсутствует. В Сухуми, наверное, тоже хорошо, великолепно будет работать. В Афоне хорошо будет работать. В Гудаутии, может, чуть похуже, но будет работать. Вот здесь предусмотреть налоговые преференции или в одну, или в другую сторону. Может, в Сухуми больше, а там, в Ачимчире меньше.